Целая семья оказалась в реанимации с тяжелыми ожогами в результате взрыва, который прогремел вчера в селе Малозименово Великомихайловского района. Ожоги большей части тела получили 40-летний мужчина и его 31-летняя супруга, а также их дети 5 и 13 лет. От взрыва больше пострадали родители, их состояние тяжелое и продолжает ухудшаться. Сейчас семья находится в реанимации ожогового отделения больницы Водников. Причиной взрыва спасатели якобы называют нарушение техники безопасности при использовании газового оборудования. Однако после взрыва газовая плита и колонка остались целыми. Причины выбуху встановлюються, але попереднє – це порушення правил пожежної безпеки при використанні газового обладнання. Причина невыяснима. В доме ничего не взорвалось. Не взорвалась газовая колонка, не взорвался баллон, не взорвалась газовая плита. Как чайник, Саша поджигал чайник поставить, спичка либо зажигалка, я не поняла точно, он мне не объяснил. Вспышка получилась, очень сильный взрыв получился. Я очень прошу неравнодушных людей, помогите нам. Помогите, потому что очень много надо средств. У нас в день уходит 20 тысяч. 20 тысяч на лечение детей. Сейчас уже нам очень многие помогают доноры. Спасибо большое волонтерам. Родственники пострадавших просят всех неравнодушных о помощи. Кровь можно сдать в ожоговом центре больницы Водников. Деньги на лечение просят перечислить на карту Анны Трухан, номер которой вы видите сейчас на экране.